Филантропы из Казахстана купили тяжелобольным сиротам физиоаппарат и автобус. Именно этот подарок спасает жизнь. Казахстанцы всем миром собрали деньги на покупку медицинского оборудования для дома ребенка. Мы стараемся всю лечебную процедуру проводить в этом здании. А физиолечение – это один из комплектов восстановления здоровья детей. Поэтому физио нам было, ну как сказать, архиважно. Все эти аппараты, потому что у нас снос аппаратов практически 100%. Многие малыши в этом детском доме имеют тяжелые заболевания. Теперь они смогут пойти на поправку гораздо быстрее. Уже совсем скоро дети смогут пройти курс лечения. Сейчас идет установка нового оборудования. Кроме физиоаппарата, спонсоры оплатили ремонт и подарили автобус.